информационное агентство «УНИАН», а затем и другие украинские медиа обвинили в погроме, учиненным киевскими радикалами у посольства России, агентов ФСБ. Аналогичную позицию озвучил у себя в Фейсбуке исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков. Однако единственным доказательством скандального утверждения является, цитирую, «У многих молодых людей, которые разбивали машины, были закрыты лица». Исходя из этой логики, значительная часть киевских националистов – провокаторы ФСБ, так как скрывают лица в масках. Киевский проект Stop Fake News, якобы занимающийся раскрытием лжи в СМИ об Украине, выдал фотографию вертолета с символикой ООН, сделанную 1 апреля 2011 года в Кот-д'Ивуаре за доказательства, представленные Россией и ОБСЕ, о случае применения украинской стороной вертолетов ООН во время так называемой антитеррористической операции. По логике сюжета Stop Fake News получается, что обвинения Украины в использовании вертолетов с символикой ООН не обоснованы, но видеодоказательства говорят об обратном. Ранее украинские медиа не раз пытались скрыть нарушения украинской армии международного права, называя представленные доказательства подделкой. Так, пытаясь дискредитировать видеодоказательства применения украинской армии фосфорных снарядов для обстрела жилого пригорода Славянска, украинские пропагандисты использовали видеокадры штурма города Эль-Фалуджа, Ирак. Украинские СМИ и соцмедиаресурсы сообщают о провальном курортном сезоне, отделившемся от Украины Крыму, приводя фотографии пустых пляжей. А вот как ситуация обстоит на самом деле.